К производственной практике готовы. Студенты филиала МРТК в Айхале проверили себя в деле. В колледже прошел конкурс профессионального мастерства, рассказывает Оксана Мезенцева. Конкурсное задание выполняет Наташа Туксунова, единственная девушка, участница конкурса. Старается сделать все точно и аккуратно. Позже выяснится, будущий слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики покажет второй результат. Полученные навыки пригодятся совсем скоро. Производственная практика у Наташи пройдет на одном из крупнейших предприятий Айхальского комбината, фабрики номер 14. Возможно, что я пойду по этой профессии дальше. Ну, мне интересно, заинтересованность есть в этом. Вместе с Наташей еще 6 студентов проверяли себя в деле наладки. С практическим заданием справились все без исключения. Ловко управлялись с паяльником, отверткой и плоскогубцами. Однако тест на теорию для многих оказался непростой задачей. Вопросы, те, которые мы не ожидали, попались. Паять мы каждый день паяем, поэтому это самое легкое было. Сложностей никаких нет, потому что мы мастера своего дела, скоро на практику будем выходить, не зря же нас сюда выпускают на производстве работать. Самое сложное, я думаю, все-таки было также тест. Вопросы действительно попались, которых мы не ожидали. К лучшим из лучших студентов регионального технического колледжа присматривалось жюри. Специалисты «Алроса», будущие работодатели, обращали внимание на каждую мелочь. Хорошие слесари нужны на любом предприятии. Конкурсы профессионального мастерства, как и производственная практика, это шанс для студентов. Ребята практикуются в различных подразделениях «Алроса». Баллы за отлично выполненное задание, как на конкурсе, выставлять не будут, но лучших определят точно. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».